Да. Всем привет, с вами я, Леон, и там где-то Стар. Вон там. Они там с Дэном стоят, они базарят, короче. А мы сейчас будем снимать выступление нашей подруги. Это подруга. Ну что, пойдем, чего мы ждем, блядь, заебалось. Ладно, пойдемте, да, пойдемте к сцене. Пойдемте ее найдем. Погнали. Пойдемте вон там, пошли. Эти там найдем. Пойдем туда за сцену, народ. Они там готовятся все равно. Долбоебы 8 В сюда. Слышь, Тема, пошли за сцену. Здесь Рапусь. Дэн и сам главный. Кого ты ищешь? Тихо, вон эти. Austria represent the DJR and Netflix. Germany and Europe's most wanted song. So people listen, you can't be on the DJR and А у нас что-то потерялось, нет? Мы идем домой. Все, херен, я порвала. Салют, я купил его за 5 рублей. Салют, снимем с моста, Тема, да? С моста. Амиго. Тема невеста. Амиго, амиго. А так и права нарушаешь. И сейчас где-то вот в район, вон в том районе, вот куда направлена камера, вот там будет салют. Да. Мы его ожидаем уже какое-то время. Сейчас, через некоторое время он начнется, и мы продолжим. Погромче можно? Мистер обжигает. Йоу. Мы тут свою тусу строили, мне тоже так очень. Это наш. Ой, сейчас он там может что поджечь-то. Давай. Подожди что-нибудь. Подожди. Давай, ну, гасись. Там упал, короче, этот панель. Ладно, мы переключаем съемку, продолжим через день. Место дислокации поменяли. У-ху! Мать ваша. Дайте видео, не мы успели. У-ху! Опа. У-ху! Опа. Экспо, экспо. Ама хасла. Да, там вообще дымоук. А, смотри, они отсюда пускают, с этой стороны. Я тоже не знал. Я думал, они с настройки тут читают. Вовремя прибыли. Вот что там пушки стоят, я еще обратил внимание, когда мы с Брязьком шли. Машина, подходим. Закрывали всю фигню. Скоро. А может, пойдем к лошади подойдем? Пойдем, да, потихоньку, потихоньку. Колян, позвони мамке. Или напиши. Мы идем к вам. Ну вот, да. И так и хочется. Да?
словах. Слава Русина! Флаг, не мешайся. У-ху! Мать ваша, мы успели. Блядь, ты как букан бомбит. Да. По полмахтанте не снимали. Без дислокации поменяли. Вот да. Я аж потел. О, сейчас будет трэш. Yeah!
фонаря не треснет. Офигенно, да? Офигенно, офигенно. Вот это мы прям вообще лежали там вот так под салютом. Знаешь, какой пиздец. И причем на нашу чё эта фигня не упала салюта. Вот здесь вот, вот упал. Ну вот, да. Еще нас пепку упали. Во, смотрите. Смотрите просто туда, во. О, смотри, смотри, там кто-то с зеленым лазером, короче, во. Ага. Смотри, сколько пушек. Я фонарем один. Большие. И сколько садили. Пошли подойдем к ним. Тебе звонить. Алло. Просто спускаемся не здесь, вот там. Мы этот, стойте около моста. Мы администрации, путь около, подходит сюда. За администрацией. Сзади. Сзади администрации. Паркур. Мы успели. Сзади администрации. Да. Путь подходит сюда. Чем, да я позвоню? А. Хорошо. Да, дай мне денег. Да, точно. Давай, вот знаешь, где въезд на Ашан? За администрацией. Не на Ашан, а поворот к Ашану. К мосту подходим. К мосту? Окей. Угу. У меня это луч, Тём, смотрите. У меня луч офиген так светится. Смотрите налево просто, вот смотрите мой луч. Офигенно. Что, пойдем мы туда, как его? К мосту. Офигенно. Что, подождите. Эти завтра обрабатывают. Какой? Я перед экраном. Я уже сделал. А Камир, едешь ли? Да. А ты офигеть, народ. А? Мы прям вот, да, но мы суп... Охерен. Еще третий. От души на завтра будет. Ты хороший!
А он в палке идет. Жена, он потом нас даст. Жене ветрянка рядом. Жене ветрянка, срочно пропустите. Кипяток ожог, больницы, гипс. Пиво продали, пропустите. Все. Жена была хорошая, проходила. Длину продали 1.00. Длину продали 9.00. Они бежали, орали. Он с палкой, они мне такие, он с палкой идет, он нас даст. Нужно под музыку вставить. Да, под ускорение. Музыку. Под музыку, да. В ускорение. Две. Я один это подумал. Я уже давно у меня в мыслях это крутится. Я хотел сказать.
Я вот это только что просто смотрел. Это прям похоже. Вот, прям. Да, очень. Да. О, смотри, по правой стороне вообще. Бутылки не ходят. Нет, я тоже не смотрю. Вот я тоже, да. Ну, если чё, сразу бы мы летели. Зачем? У меня сейчас учеба идет. Хотя. Я предполагаю какой-нибудь. Че издавать? Издавай только этот. Если она идет, на кого она идет? Нет, я предполагаю. Реставратор. Это издавать искусство. Я уже вычислил. Я предполагаю, какой у них характер. Это я знаю. Она не такого характера. Что, заснимем сейчас? А что заснимем? Я уже попрощался с вами. Тогда их нет. Ладно, всем пока. С вами был Леон Старк. Колян. Да. Всем удачи, всем пока, ребят. Спасибо за просмотр. Увидимся на Игромире.